Всем привет! Вот такое вот коротенькое видео. Смотрите, в руках держу 7+. Перед тем, как был выставлен на витрину, бушка, принятый по трейдину, все функции проверены, через TUTool, все дела, короче. Весь функционал работал. При продаже устройства весь функционал работал. То есть, если вы покупаете что-то на Авито, если что-то перестанет работать, это ваша проблема. Покупая что-то в магазине, я даже не буду как бы не рекламировать ничего, просто скажу, что покупая что-то в магазине, у вас хотя бы есть куда прийти. Да, вы переплачиваете там, может быть, совсем чуть-чуть, но у вас есть хотя бы хоть какая, но никакая гарантия на БУ устройство. Смотрите, во-первых, клиент говорит, что ничего с телефоном не было сначала, девушка говорила, подросток. Потом мы видим вот такое вот падение. То есть это физика, стопроцентная физика. А теперь смотрите, я прикасаюсь, и вот такая вот ерундистика происходит. То есть она говорит, на второй день устройство перестало реагировать на... Причем она зарегистрировала палец, то есть они проверяли устройство перед покупкой. Все было хорошо, все было прекрасно, все работало. На второй день она сказала, что на второй день перестал работать Touch ID. То есть то работал, то не работал. Опять же вопрос, а почему сразу-то не пришли? Почему не позвонили? Почему еще что-то не сказали? Но даже в таких случаях мы принимаем на гарантийную диагностику, и там будем уже смотреть, это физическое воздействие или нет. Так вот, продолжаем. У нас, собственно, нерабочий, получается, сейчас, по факту, вот такая вот ерундистика. И что делать? Кто прав, кто виноват? И клиент говорит, что на второй день перестал работать или работал через раз. Окей, напрашивается вопрос, а почему не позвонили, почему не пришли, почему не сообщили об этом? Это же, ну, такой достаточно явный, как бы, дефект. При этом это устройство действительно было полностью проверено, и все функции на нем работали исправно. Но я надеюсь, что здесь я не разбираюсь особо в внутренностях айфонах, разбираюсь в программном обеспечении, но посмотрим. Также клиент заявляет, что не работают у нас наушники. При этом наушники работают, вроде как должны были работать при продаже. Потому что, опять же, все устройства, выставленные на витрину, они проверяются. Вот такая вот ерундистика происходит. Есть следы физики. Вот кто тут прав? Кто прав, а кто виноват? На самом деле, есть такая мудрая поговорка. Клиент всегда прав. Вообще, если вы занимаетесь оказанием услуг, продажей чего-либо, запомните, клиент всегда прав, но есть еще такое понятие, как потребительский терроризм. Подросток, испугавшись родителей, не говорит о том, что устройство упало, и это было, ну, условно говоря, последним моментом, когда телефон просто-напросто перестал в какой-то области функционировать. То есть до этого, как у БУ устройства, что-то происходило, но не было того триггера в виде падения. А потом произошло то, что произошло. То есть почему? Почему палец? Вот что это? Вследствие падения или еще что-то? Пишите в комментариях, кто из вас разбирается в телефонах, потому что там такие все умные. Давайте напишите, что случилось и что делать продавцу в этой ситуации. С учетом того, что клиент всегда прав. Как доказать или посмотреть? Если мастер скажет, у нас инженер посмотрит и скажет, ребят, ну это падение, как бы, он вышел из строя, он просто так ничего не выходит из строя. Если он работал, а потом перестал работать, это Touch ID. Кнопка может не работать, но Touch ID работает всегда. Поэтому пишите в комментариях, спасибо, что посмотрели, обязательно ставьте лайк, если понравилось, и годная инфа. Если не понравилось, не забудь прожать 2 раза дизлайк, и совсем скоро увидимся, пиши Дональд Дак. Всего доброго, пока-пока.